Итак, друзья, Севастополь поддерживает спецоперацию на Украине, Россию, президента, армию, флот. Мощнейшим автопробегом по центру Севастополя. Смотрим, приветствуем. Севастополь поддерживает Россию. Сегодня 18 марта, день воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Своих не бросаем. Где мы, там Россия. Так, пишем, ребята, одним кадром. Пишем, чтобы могли окунуться в эту атмосферу. Почувствовать, что такое настоящая поддержка. Это Севастополь, 18 марта 2022 года. Своих не бросаем. Автопробег в поддержку Донбасса, в поддержку российских войск на Украине, в поддержку спецоперации на Украине, в поддержку президента. Такой огромной колонны не видели давно.
Ребята, это несколько километров уже. Мы пишем одним кадром специально, чтобы мы могли почувствовать, как Севастополь может поддерживать свою страну, свою Россию, своего президента, свою армию. Нет, они заканчиваться не собираются, по-моему. Сегодня будет грандиозный концерт, посвященный 8-летию Крыма и Севастополя, возвращению Крыма и Севастополя в состав России. Это еще не все, еще вторая колонна там вдалеке. Это еще не все. Заканчиваться не собираются. А вот
самая знакомая песня. Ребята, сколько мы уже пишем, я даже не знаю. Минут 10 идет на автопробег, в поддержку Донбасса, в поддержку спецоперации на Донбассе, в поддержку России, в поддержку президента России. Еще одна колонна идет. Мы в центре Севастополя, на площади Нахимова. Сегодня будет концерт в 18 часов. Грандиозный концерт, посвященный 8-летию возвращения Севастополя и Крыма в Россию, домой. Нет, он заканчиваться не собирается. Засекаем, сколько длился автопробег в Севастополе в поддержку политики России на Украине, в поддержку Донбасса, в поддержку президента России, в поддержку наших ребят, которые сейчас воюют на Украине, воюют с нацизмом, воюют с фашизмом.
Всем пока, это канал Севастополь Лайф. Подписываемся на канал. Ждем еще видео.